Доброго времени суток, уважаемые партнеры. Сегодня я вам покажу, как делать оплату заказа через Сбербанк онлайн. Я на рабочем столе нажал значок Сбербанка. Мы с вами зашли в Сбербанк онлайн. На главной странице в поисковой строке в верхней части, где вот написано поиск, здесь мы пишем название компании РСАК и нажимаем кнопку поиск. Да, вот в моем случае я уже делал эти оплаты, поэтому у меня сразу подтягиваются прошлые оплаты, которые вот вы видите на своем экране. Но для тех, кто делает это в первый раз, вам нужно найти значок, такой сиреневый, написанный РСАК, и название РСАК Russia Limited Shirkity. Я нажимаю, выбираю его. Если, конечно, вы уже делаете не первый раз, то вы можете повторить платеж. Итак, на открывшейся страничке мы вводим фамилию, имя, отчество партнера, за которого делаем оплату. Когда мы ввели фамилию и имя, после этого нажимаем кнопочку «Продолжить». На новой страничке в строке «Адрес» заводим адрес доставки. Не свой домашний адрес, а именно адрес пункта выдачи в Оксбери, туда, куда у вас придет посылка. Под адресом в следующей строке, где написано назначение платежа, здесь вводим номер заказа и нажимаем «Продолжить». На следующей страничке нам нужно ввести сумму к оплате и нажимаем «Продолжить». Нам предлагают еще раз проверить, чтобы не было ошибок. После этого мы нажимаем большую зеленую кнопку «Оплатить». Сбербанк берет 1% за перевод юридическим лицам. Все, оплата прошла. Теперь нам нужно с вами найти строчку «Сохранить чек». Нажимаем «Сохранить чек». Зеленую кнопку «Сохранить чек» еще раз. И «Поделиться». Выбираем WhatsApp. Здесь можно добавить комментарии, если они понадобятся. Ну, я обычно этого не делаю. Нажимаем кнопку «Отправить».